Добрый день. Меня зовут Юрий Спасов-Кукоцкий. Я представляю фитнес-клуб «Бицепс» и свою методику тренировок. Особого успеха мне удалось добиться именно в развитии плеч. Буквально за 3-4 месяца можно существенно увеличить плечи, сделать их более квадратными, и благодаря упражнению, которое я сейчас покажу, можно как раз раскачать средний пучок дельтовидной мышцы, который, собственно, и делает плечи шире. Основная проблема при работе на нижнем блоке, что все выполняют его вот так. То есть локоть у нас опущен вниз. Естественно, дельта при этом не тренируется. Вам надо приложить максимум усилий, чтобы поднимать именно с высоко поднятым локтем. То есть не опускать локоть вот так. То есть пока вы поднимаете и ваш локоть на одной высоте с кулаком, у вас будет работать именно то, что нужно. Вот такая должна быть техника, чтобы развивалась средняя дельтовидная мышца. Это очень важно. Потом, выполнив повторение, вы приходите на другую руку и делаете то же самое для другой руки. Это было отведение руки в сторону у нижнего блока. Спасибо.